Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Но у него на спине сидит кто-то и в ногах воронка. В ногах воронка и на спине сидит кто-то. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Константина в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Константина поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Константина, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, воронку видишь? Да. Даю команду на счет 3, эта воронка полностью выходит из биополя со всеми сопутствующими энергиями и уходит в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так есть. Готово. Если у воронки есть ответственность, выстраиваю канал к ответственному, притягиваю в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Стоит в клетке тюрьме. Демон в воронке. Демон. Хорошо. Сколько герц? 12. 12 герцовый. Хорошо. Что там на спине? Посмотри, Вера. Сущность какая-то с крыльями. Сила моего намерения, эта сущность выходит из биополя, летит в клетку тюрьму. Да, будет так, это есть. Клетки, но я не пойму, кто это. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Или ты проявляешься, или ты уничтожаю? Не, он проявился, я не пойму, кто это. Слово идет низковибрационное, то есть это даже кто-то ниже, чем суккуб. Так, демон, это с тобой пришло? Он говорит не со мной, но оттуда же. Что это такое? Какое название, какое имя? Что это такое, что мы не знаем? Это сущий или что это? Сущ. Сущ. На что запрограммирована эта сущ? Она органическая? Органическая. Ничего себе. В таких мирах много такой. А как такие, как он появился на нашем клиенте, такая сущ? С воронкой это мне понятно. Но это объясни мне. Где можно словить такую сущ? Дом. В доме портал. Там, где он был. Он был в каком-то доме, и в этом доме есть портал. Сущность его увидела и перепрыгнула на него? Или вошла, да? Сущность – это как-то с воронкой связано. Демон, если она связана с воронкой, то ты мне что-то не договариваешь. В общем, эти сущи идут на вибрации, на низкие. Сколько герц у этой сущи? Пошла информация. 6 герц. Чтобы опустить вибрации до 6 Гц, это надо стоять ночью на кладбище. Я удивлен. Поэтому воронка помогает, она на воронку идет. То есть воронка была раньше. Сколько ты находился в его биополе, демон? 3 дня. И не я находилась, а он залез ко мне в воронку. И где он к тебе залез? Ее? Дом. Что это за дом? Покажи мне, Вера, поставь монитор. 1, 2, 3. Покажи, что где эта фирма, или это чужие, это знакомые, это родственники, дом. Кто это? Просто дом? Там, его... где он стоит на фотографии. Дом, где он стоит на фотографии. Понятно. Вера, мы чистили этот дом? Нет. А, ну так о чем мы тогда говорим? Хорошо, все. Здесь все понятно. Если порталы открыты в доме, то это бесполезно бороться с мельницей. Хорошо. Где ты подцепился, демон? Там же, в доме? Я же говорю, он в мою воронку попал. Понятно, хорошо. Даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Константина, под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканирует 7 тонких тел Константина, находит все. Эта сущь, она питается эмоциями. И поэтому она в доме, в таких местах, как углы, сидит, чтобы собирать. Негатив? Эмоции больше, низковибрационные, крики, какие-то нервы. И что там много, так много эмоций, что сущ сидит в углу и дожидается их? Я не знаю, сколько их там. Это идет информация по этой сущи. Она похожа на летучую мышь, но она больше что-то между суккубом и летучей мышью. Как эта сущ воздействовала на Константина? Как он ощущал ее на физическом плане? Тяжесть ощущал. Хорошо. Ночью кто душил его? Грудная клетка была тяжелая. Кто это был? Никто из них. Если никто из них, значит, в квартире. Хорошо. Квартиру нам не давали разрешения. Квартиру мы чистили. А откуда тогда эта сущность там находится, я не пойму. Из дома, где он стоит. На фотографии. Это не его дом, Вера?
Нет. Вот это мне надо было услышать. Я просто понял, что он в своем доме фотографируется, а он оказывается в другом. Ну что ж, кто был ответственен за холодные колени? Почему они холодные? Кто может объяснить из присутствующих? Никто из них. Все, что они делали, это вызывали его негативные эмоции, понижая вибрации. Хорошо, как мне узнать информацию за колени? Монитор поставим. Куратор. Он не просил вызывать куратора, мы не имеем права вызывать куратора без его разрешения. Что у нас еще вытащило, Вера, по каналам, посмотри. Ничего. Хорошо, значит, у нас только демон с этой воронкой, и это сущ. Правильно я понимаю? Да. Что мы можем сделать? Только убрать это из его биополя. Больше нам ничего невозможно. Демон, что-нибудь ты оставил в его биополе? Посмотри. Но он закручивать начал у него на ногах. От тебя колени холодные, демон? Если ты в ногах сидишь, ты-то должен уже знать он об говорит, этом. Не трогал я его колени, я всего 3 дня как здесь нахожусь. И ты не знаешь вообще за колени, никакой информации у тебя нет? Энергии у него там нет. У него нет энергии. Хорошо, значит, если у него там нет энергии, он не работает с закачками энергиями и не синхронизирует, и не гармонизирует. Возможно, это так ощущается. Я тоже не могу сказать. Сущность ты оставила в биополе? Нам показывает, она давила на него. У нее лапы, как у птицы. Угу. Ну, это он душил, это птица душила, скорее всего, если давила. Где давила, на грудную клетку или на горло? Плечи, горло. Плечи и горло. Хорошо, ну, хоть эту причину знаю. Сколько ты сущ находилась в биополе? Она показывает, когда он наступил в воронку. Да. Сущ это увидела, и от воронки идут низкие вибрации, что позволяет, повышает ее вибрации. Она когда, так летела и села. Когда? Мой вопрос 3 был. 3 дня так же, как и так воронка. Так же 3 дня, понятно, как и воронка. То есть все это 3 дня происходит. Я не пойму просто его связь с этим домом, где он получает эти подключки. Ты можешь мне объяснить, Вера? Мы чистили его дом. Да, он должен знать. Хорошо, Константин, вы можете объяснить, что это за дом, где вы подхватываете демона с воронкой и эту сущь. Вы кому-то ходите? Он говорит, что я понял, буду разбираться. Если вы поняли, тогда все отлично. Хорошо. Включаем внутренний белосвет Константину 1, 2, 3. И этим светом выдавливает Константин из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии, находящиеся в его биополе 1, 2, 3. Все негативные энергии выходят, формируются перед ним в шар. До 100%. Тяжесть туда добавить. И тяжесть, вся тяжесть выходит. Весь холод из колен выходит. Вот чтобы выдавить тяжесть, он как набирает воздух и выдыхает потихоньку его. И из него вот, с груди выходит то, что он называет тяжесть. Mm-hmm. Ему самому нужно научиться избавляться от этого. Верно. Это его опыт, которому он должен научиться. Самостоятельно. У нас, по-моему, куратор его в комнате. Я пока не вижу, я смотрю за этим шаром. Потому что информация четко идет, что это... Давай дождемся, пока шар выйдет. Дальше будем работать. Не все позитивное дается для опыта. Иногда и негатив. Если он так тебя обременяет, ты должен подумать, как от него избавиться и научиться этому. Шар вышел. Большой? Ну, вышла тяжесть. И с колен вышли такие энергии холодные. Считаем информацию из этих энергий холодных с колени, их происхождение. Ставим монитор. Пошла информация. Неправильное распределение и наполнение энергиями. Что и было сказано. Отлично, убираем монитор. Хорошо, открываю под шаром портал галактическое ядро. Шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Ему опять информация идет, что все в себе он может лечить сам, наполняясь и распределяя правильную энергию, удаляя из себя весь негатив и тяжесть. Хорошо, у нас в комнате кто-то присутствует. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Он не хочет выходить, пока о сущности в клетке. Сущ органическая, демон тоже. Хорошо, демон, я тебе рекомендую больше, если он даже этот портал я еще не закрою в том доме, когда ты его увидишь, лучше обходи Константина, потому что если тебя второй раз с воронкой выловлю, даже если он туда вступит, я тебя встречу и подниму в эту комнату диагностики, у нас начнется неприятное взаимоотношение. Если ты этого не хочешь,
Обходи его стороной. Все понятно? Понятно. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. И демон уходит со своей воронкой на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, сущ. Готова уходить? Готова, но она рычит просто. На кого ты рычишь? В ответ рычит. В ответ? 50 тысяч герц удар. Ну, я откинула, она не поняла. Еще раз будешь рычать здесь, в моей комнате, я тебя скину в галактическое ядро. Все понятно? Понятно, да. Открывается портал на частоте этой сущей 1, 2, 3. Вышвыриваю в этот портал, закрывая, печатаю, растворяю. Он мне рычать еще будет. Готово. Хорошо. Прошу куратора проявиться. Приветствую вас и прошу прощения за это. Без проблем. Приветствуем вас, уважаемый куратор. Внезапное появление. Мы понимаем, было необходимо. Меня зовут Влад, это Вера. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Мое имя Рони. Рони. Вы куратор Константина, да? Я куратор Константина, и я хотел бы быстро объяснить. Пожалуйста. И дать Константину небольшую информацию, которая пригодится ему в дальнейшей защите и работе с энергиями. Я хочу сказать, что душа Константина Сурана, она зеленого цвета, как изумруд. И все сразу... Я активирую стержень, пожалуйста, Урана и наполню ее этими энергиями. Это поможет тебе пропускать эту энергию в такие места, как колени, и в любые другие. Со временем ты научишься расширять и защищаться, чтобы сущности видели твою силу и мощь. Душам Сурана трудно адаптироваться в биороботе человека, поэтому то там тяжесть, что здесь болит. Самое лучшее – это научиться гармонии и плавности распределения энергии. Ты на правильном пути, именно поэтому я здесь. Благодарю вас, Рони. Мы часто встречали кураторов и души с Ураном. Нам знакома эта проблематика с адаптацией душ с Урана в земных условиях и проблемы с этими энергиями, распределениями. Конечно, безусловно, самое важное – это стержень. Если вы его сейчас хотите активировать или уже активировали, это было бы замечательно. Да, положи ладони на мои ладони, и ты можешь почувствовать и увидеть изумрудную энергию, которая наполняет тебя изнутри. Отлично. Я хочу добавить, что любой дискомфорт в теле вызывает панику у душ Сурана. Именно это тебе нужно научиться контролировать, гармонизировать. Как только ты чувствуешь дискомфорт, вспоминай про свои энергии, про стержень, про Уран и про то, как он выглядит. Также мы дали ему технику выдавливания всего негатива, всего тяготящего, показали ему, как это делать, объяснили уже несколько раз о необходимости заправки энергии, синхронизации, гармонизации, а также визуализации. Я только могу надеяться, что... Это все поможет тебе. Все перечисленное – это твоя памятка по улучшению и развитию. Научившись все это делать и распределять энергии, визуализируя их, ты научишься играть и балансировать своими энергиями. Но главное, твоя жизнь станет счастливей. Я думаю, стержень именно... активирован. Уважаемый Рони, я благодарю вас сердечно от имени Константина, от Веры и от меня за ваш визит, не запланированный. Тем не менее, мы очень рады. У нас есть просто очень добрая традиция в этой комнате диагностики, которую уже знают наверняка на Уране. Каждому куратору, каждому учителю, который посещает нашу комнату диагностики, мы всегда делаем один подарок на добрые воспоминания. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. И мы просим уважаемого куратора Рони принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь. Какой хороший ответ с вашей стороны. Это мне приятно.
И я с благодарностью принимаю ваш подарок. Благодарю вас, уважаемая Руни. Мы не прощаемся никогда. Мы говорим до скорых встреч. Возможно, Константин дойдет до следующего этапа и захочет пообщаться с вами. Если у него будут вопросы, я уверен, эта встреча будет полезна и для вас, и для него, но должна исходить от него в первую очередь. Поэтому я говорю всего вам наилучшего. Благодарим еще раз вас. Я верю в эту встречу и уже сказал, что Константин на правильном пути. Вас же я хочу поблагодарить за потраченную на меня энергию. Мы ничего на вас не потратили, кроме получили от вас замечательные энергии и эмоции, и вибрации, и нам это все очень нравится. Это наша работа, уважаемый Рони. Вы нас ни в коей мере не отвлекаете. Наша цель – помочь Константину. И, как я понимаю, это наша общая цель на настоящем этапе. Если мы могли что-то сделать для него, нас это очень радует. Благодарю вас. Благодарю До вас. До новых встреч. До новых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Константин, мы закончили проверку. Как вы себя чувствуете? К вам куратор сегодня приходил, дал информацию. Он говорит, что я себя чувствую, как будто я был заржавелая телега, а сейчас меня смазали маслом. Отлично. Можно и так описать. Хорошо, Константин, вы все советы услышали. И от куратора, и от нас. Работайте над собой, и все будет хорошо. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Константина в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И обратите внимание на этот дом, куда вы ходите, потому что вы вытаскиваете оттуда какие-то сущие. И очень низкогерцовых. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.